блогер, тут типа блогер, типа блогер, тут типа блогер, ага. Типа блогер, тут типа блогер, спасибо за внимание, ссылка в описании, да. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Пошли настраивать антенну, МТС телевидение взяли, взял большую стремянку, благо на работе есть большие стремянки, и пойдем настраивать. Поюзал в интернете, есть много программ, даже я технически подкованный человек, что-то не особо понял, в каком и как направлении настраивать, решил включить приставку, где указывается уровень сигнала и качество сигнала, и, соответственно, я буду крутить антенну, супруга будет подсказывать, в каком положении лучше ее оставить. Настройка стоит порядка 1000 рублей, я не жид, но решил сделать это сам, потому что в моменте ремонта, как говорится, копейка рубль бережет. Вот, взял стремяночку, погнали. Вот такой стремяночкой мы будем пользоваться. Сейчас ее раскладываем и начинаем. Разложил лестницу, временно установил тарелку в таком направлении, так как многие тарелки у соседей направлены именно в этом положении. Сейчас у нас уровень сигнала 91, качество 50. Будем настраивать. Супруга в окошко будет мне подсказывать, какой уровень сигнала у нас на данном этапе.